50 миллионов рублей Министерство строительства Омской области хочет потратить на систему контроля за большегрузами, фурами и даже легковыми автомобилями. Деньги направят на создание штрафстоянок, оборудование весами и освещением. До конца 2017 года 5 площадок планируется создать на трассах Русско-Полянского, Муромцевского, Большеуковского, Называевского и Тарского районов. Штрафы за лишний вес для физических лиц 2500 рублей, для юридических от 100 тысяч до 500 000. По задумке чиновников, водителей не просто будут штрафовать, их транспорт будет находиться на стоянках до тех пор, пока его не избавят от лишних килограммов. Пока проект не был представлен всему депутатскому корпусу, законодательное собрание Омской области был лишь рассмотрен на комитете. У нас 80% дорог, основа дорог, они построены несколько десятилетий назад, не соответствует настоящим запросам транспорта, потому что сейчас в мире производится совершенно другой уровень транспорта, другие большегрузные машины, в том числе в России производятся мощные тягачи. И сегодня, проезжая по дорогам, они даже в штатном своем режиме будут эти дороги постоянно разбивать. Мы должны предупредить развал дорог наших, потому что штрафы не покроют и какой-то 100% того, что происходит на дорогах.